С 2004 года в Химках открыт сквер имени Марии Рубцовой. А вы знаете, почему он так назван и за что этому человеку выпала такая честь? Об этом расскажет наша историческая рубрика. Мария Денисовна Рубцова – почетный гражданин городского округа Химки, а также заслуженный работник коммунального хозяйства. Свой трудовой путь начала еще в 1933 году. Тогда она была прорабом по строительству дорог и аэродромов оборонного значения. В 1969 году она возглавила комбинат коммунальных предприятий и благоустройства. Именно под ее руководством и непосредственным участием в Химках были разбиты парк «Дружба», зеленый массив вокруг памятника Ленину, парк возле кинотеатра театра «Юбилейный». При Марии Денисовне на улицах города появились газоны, цветы, ели, березы, липовые аллеи. Химки неоднократно занимали первые места в Московской области. В 70-х годах появился сквер у здания администрации на Московской 15. За многолетний и добросовестный труд Мария Рубцова награждена знаком «Победитель социалистического соревнования», медалями «За трудовую доблесть», «Трудовое отличие», «Ветеран труда», орденом «Трудового красного знамени».